Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня начинаем наш первый урок. Итак, чтобы быть способным использовать интонационную систему английского языка, нам необходимо изучить ее особенности. Как же работает интонационная система английского языка? Прежде всего, интонационно каждое высказывание имеет один или более сегментов, которые называются тон-группами или интонационными группами, или смысловыми отрезками, или единицами информации. Я буду использовать термин тон-группы, то есть интонационная группа. Они, эти тон-группы, основной строительный блок разговорного английского языка. Что такое речь? Речь – это последовательность тон-групп. Каждая тон-группа – это пакет информации, который говорящий представляет слушателю. Как же разделить нашу речь на тон-группы? Существует ряд правил, по которым мы будем делить нашу речь на тон-группы. Сразу хочется обратить ваше внимание на то, что такое деление на тон-группы происходит в идеальной речи, то есть при чтении вслух или же при чтении письменного текста. Спонтанной речи деление на тон-группы не носит столь четко выраженного характера. В спонтанной речи есть тенденция отделить любую слитную синтаксическую структуру размером с предложение или меньше. Но каждое деление на тон-группы отмечается не только внезапным изменением высоты голосового тона, но и удлинением конечного согласна в тон-группе, и, конечно, паузами в потоке речи, которые сигнализируют нам о делении на тон-группы. В общем, тон-группы функционируют как главные синтаксические составляющие предложения. Одной из функций деления простого предложения на тон-группы является отделить две главных составляющих предложения – группу подлежащего от группы сказуемого. Вот. Мы будем придерживаться в этом курсе ряд правил. Итак, первое правило. Первое, наиболее всего вероятное деление в простом предложении – это деление между двумя главными составляющими предложения – группой подлежащего и группой сказуемого. Мы отделяем группу подлежащего от группы сказуемого. Посмотрите на первое предложение. Autumn seems to be arriving a little early this year, and so the season of fogs will soon be with us. Это сложно сочиненное предложение. Оно состоит из двух простых предложений. Autumn seems to be arriving a little early this year. Первое простое предложение. И второе. And so the season of fogs will soon be with us. Значит, в этом предложении будет уже две группы подлежащих и две группы сказуемых. Хочу, чтобы вы обратили внимание на следующий факт. Если подлежащее выражено или одним существительным, или местоимением, или каким-то вводным элементом, то оно не отделяется в отдельную тон-группу. Но оно может выделиться или отделиться в отдельную тон-группу, если мы хотим придать этому подлежащему большую выразительность. Вот. А в противном случае оно присоединяется к группе сказуемого. Так, значит, где у нас здесь будет первое деление? Первое деление будет после слова autumn. Мы отделили группу подлежащего, состоящую здесь из одного слова, от группы сказуемого. Второе деление будет после слова year. И дальше опять the season of fogs. Отделили вторую группу подлежащего от группы сказуемого will soon be with us. Далее. Я читаю предложение. A new plan to boost British cheeses is announced. В этом предложении первое деление будет после слова cheeses. Мы отделили группу подлежащего от группы сказуемого. Но группа подлежащая длинная,
Там есть фраза, которая дает дополнительную информацию по подлежащим. To boost British cheeses. И это будет второе деление. Итак, если группа подлежащего или группа сказуемая очень длинная, то есть там есть фраза, которая дает дополнительную информацию или о подлежащем, или сказуемом, эта фраза тоже отделяется в отдельную тон-группу. Итак, первое деление в этом предложении. После слова cheeses отделили группу подлежащего от группы сказуемой. Второе деление после слова plan отделили фразу, которая дает дополнительную информацию о подлежащем. To boost British cheeses. Посмотрим на следующее предложение. The Bank of England is accused of dictating terms to the government. Значит, правило такое. Если в группе подлежащей или в группе сказуемого есть фраза, которая дает дополнительную информацию или о подлежащем, или сказуемом, она отделяется в отдельную тон-группу. The Bank of England, группа подлежащая, это будет первое деление, is accused of dictating terms to the government. Но to the government – это фраза, которая состоит в группе сказуемой и которая дает дополнительную информацию о сказуемом, и она тоже отделяется в отдельную тон-группу. Пойдем дальше. Следующее правило. Послушайте. The building employers and the unions are still meeting. В этом предложении есть однородные члены. Значит, каждый однородный член отделяется в отдельную тон-группу. The building employers and the unions. Мы отделили второй однородный член. Значит, us are still meeting. Это группа сказуемого. Значит, здесь все просто очень. Пошли дальше. By the time we arrived, the dancing was in full swing. В этом предложении есть слитная грамматическая структура, которая отделяется в отдельную тон-группу. By the time we arrived, the dancing was in full swing. Это группа сказуемого. И вот у нас деление между вот этой слитной грамматической структурой и группой сказуемой. Перейдем на страницу 165. Так, посмотрите, пожалуйста, на экран. Shares have been falling on the London stock market. Опять же здесь мы... Правило наше такое. Мы отделяем группу подлежащую от группы сказуемую. К сожалению, здесь подлежащее выражено только одним словом shares. Но для того, чтобы придать ему большую выразительность, мы отделяем его в отдельную тон-группу. Значит, это будет подлежащее. Сказуемое. Have been falling on the London stock market. В группе сказуемое есть фраза, которая дает дополнительную информацию о сказуемом. On the London stock market. И мы эту фразу отделяем в отдельную тон-группу. Так, упражнение для тренировки. Упражнение 163 мы сделаем с вами в следующий раз. Поэтому я на сегодня с вами заканчиваю. До свидания, до следующей встречи.